Да нет. Прекратите дебоширить. Что такое? Прекратите буянить, я вам сказал. Все. Значит так, гражданин. Пройдемте в отделение. Ты вообще знаешь, кого ты задержал? Ты. Вы не выпендриваетесь, гражданин. Ты вообще знаешь, кто я такой? Я. Разберемся. Вы успокойтесь. Я вообще сделаю один звонок. Всего один маленький, короткий звоночек. И все, тебя нет в милиции больше. Все, нет тебя. Вот только не надо, а. Мы уже всякого наслушались. Вот один звоночек. И ты, кто ты там, капитанишка, будешь сторожем работать. Понял? И двор будешь мести метлой поганой. Понял? Ну, достал. Все. Да я тебя сейчас... Алло. Вадим? Вадюшенька, тебе по-прежнему нужен человек на должность сторожа. Какой оклад? $3000 в месяц? Сколько? 3000. Это тут рядом. Вадик, слушай, есть очень хорошая кандидатура. Приличный человек. Нет. Славянин. Имею награды и поощрения. Имеет награды. Прямо сейчас, да? Хорош. Улица Зеленая, дом 3. Да. Все, пока, родной, пока. Вот, спасибо. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Низкий вам славянский поклон. Я пошел. Нет. Алло, Лапунечка, слушай, я вот тебе сейчас звонил, но вот это все, это я не тебе говорил. Да, опять мента разыграл. Да, зайка, все, домой, да.